Здравствуйте, дорогие друзья! На ваших экранах программа «Позитивная психология» с Натальей Толстой на Юмор Бокс. Эта программа предназначена для широкой аудитории и будет полезна абсолютно всем. Мы рассмотрим ваши письма, разберем сложные конфликтные ситуации с разных ракурсов и переведем негатив в позитив. Ну, естественно, посмеемся над своими проблемами, а как без этого? Сегодня мы будем говорить о лицемерии. Лицемерие проявляется в разных частях нашей жизни, и оно присуще очень многим людям, разновозрастным. И дети пользуются этим, и люди преклонного возраста, и старики. И мы от этого совершенно никак не застрахованы. Письма, естественно, есть, и каждая из них человеческий вопль, что ли. Есть мужчина, который написал, что пустил женщину в свою квартиру, просит ее выйти за него замуж. Он хочет детей. Женщина строит свою карьеру, говорит, что потом. И при этом предохраняется, относится к нему потребительски. И каждый раз, когда он пытается поговорить с ней на эту тему, она или предлагает ему выпить вина и расслабиться, или все время рассказывает, что он напряжен, что он все время цепляется к мелочам, и что тебе не так, дорогой, у нас так с тобой все хорошо. Куда ты стремишься? И все время рассказывает о том, что очень много женщин на планете стремятся замуж, а она от него не хочет ничего, кроме прекраснейших тесных взаимоотношений. А он говорит, что я понимаю, что если она встретит кого-то лучше, чем я, если там будет лучше квартира, или мужчина будет более состоявшимся, то, скорее всего, она просто развернется на пяточках и тихо слиняет, как акварельная красочка из моей квартиры. И мужчину можно понять. Женщина каждый раз мирится, она придумывает какие-то аргументы, чтобы доказать ему, что она любит его. Но есть же такие вещи, как интуиция человеческая. И человек понимает, что она как-то неправдышно, что ли, мне это говорит. Она много говорит, но очень мало делает для того, чтобы я чувствовал себя любимым и для того, чтобы я видел, что я ей дорог. И, естественно, огромное количество женщин. Одна написала, что пустила тоже в свою квартиру мужчину, одевала его, вывозила его отдыхать. Он занимается починкой автомобилей и говорит, что работать на чужого дядю не хочется, устраиваться на какую-то большую работу, где нужно будет приходить там в определенное время, там с 8 до 6 работать, он тоже не хочет, и что хочется приложить какие-то усилия, чтобы мужчина устроился на работу и хоть чуть-чуть больше зарабатывал. А он говорит, что а что тебе не так, я и в квартире приберусь, когда тебя нет, и ребенка из садика заберу твоего от первого брака, да, и надо тебе на машине тебя заберу, что тебе не так, ты все равно больше же бы денег отдала на такси, нянькам, уборщицам, я делаю еще что-то, приношу даже, смотри, продукты какие-то, вот я съездил на оптовый, пусть я один раз съездил, но я привез все от порошка там до еды, и женщина говорит, ну, некомфортно мне, некомфортно, хочу, пусть он дал бы мне эту сумму денег, я положила бы ему эту сумму в сейф, и потом бы он мне говорил, дай мне, пожалуйста, 5 рублей там на бензин, я бы ему давала, дай мне, пожалуйста, там на то-то, я бы ему давала, а мужчина говорит, а на какие средства я тогда куплю ей цветы, на какие средства я устрою ей сюрприз, и я же воровать не пойду. Она ему говорит, устраивайся на работу. Он говорит, я устроюсь на работу, у меня будет официальная зарплата, ты всю ее будешь забирать. Где я снова возьму денег для того, чтобы делать тебе сюрпризы? И женщина говорит, я устала от сюрпризов, не хочу никаких сюрпризов, давай мне приноси зарплату. И прямо тоже есть мужской такой вопль о том, что каждый раз, когда я приношу ей денег, она замечательная, золотая, чудо, у нас какие-то мечты, планы. Как только у меня заканчиваются материальные средства, она становится фурией, неузнаваемой и каждый раз кричит на меня. Когда женщина говорит о том, что вам не хватает денег, чаще всего, когда она недополучает чего-то в другом месте. Не только в месте, а недополучает чувств, недополучает информации, недополучает нежности, возможно, недополучает какого-то тепла. Может быть, ей не хватает телесных ощущений или там, какого-то безудержного секса. Чаще всего, когда уходит теплота из отношений, женщина кричит, мне мало денег, или там, ты мало зарабатываешь. Есть же такое поверье о том, что свежеполюбленная женщина в шубе не нуждается. Она нуждается, потому что выходить на улицу в сланцах в феврале как-то не особо уютно, но, по крайней мере, она просит шубу без визга в голосе, наверное, так.
Вот представьте себе, вот начнем с самого начала. Вот маленький ребенок. Вот у него есть какие-то свои мысли. Да, иногда бывает, что рождается ребенок с душой взрослого человека. И как откроет рот, так лучше бы он его не открывал. Он как скажет правду и делает с этой правдой, что ты хочешь. Да, и ну, ты понимаешь, что это, Господи, кто это мне говорит? Это же мой собственный ребенок, который открывает мне глаза на то, что рядом со мной никчемное существо в виде домашнего животного, а не мужчина, на которого можно опереться. Ребенок говорит о том, что мама, брось пить, мама, брось курить, я не могу раздеться в бассейне, у меня все вещи пахнут неприятно. Мама, пожалуйста, не кричи, мама, не плачь. И каждый раз этот ребенок отхватывает ни за что, совершенно ни за что, кусок нашего негатива или наше какое-то рассуждение на тему того, что он сказал нам правду. И что думает ребенок? Я каждый раз отхватываю тогда, когда я веду себя не так, как мама бы хотела, чтобы я себя вел. И ребенок учится правильно подстраиваться. Раз подстроился, слицемерил, обманул, в хорошем смысле, не сказал уже спасибо, да. В другой раз он похвалил за что-то хорошее, но промолчал про что-то плохое. И он вдруг видит, что у него и конфеты, и бантики, и мама более теплая и дружелюбная. И учится ребенок приспосабливаться к ситуации. Учится не произносить правду, учится ее подавать верно, под вкусным соусом. Да? Любое же блюдо с кетчупом можно съесть, даже торт. И вот чем больше кетчупа, тем лучше. Любое просроченное мясо подается тоже под разными соусами. Для чего это делается? Для того, чтобы нам легче это все проглатывалось. То же самое и в информации. Точно так же. Если мужчина понимает, я пришел и сказал ей прямым текстом все, что я думаю. Ну что, будут слезы. Ну уйдет она в другую комнату. Замкнется. Через некоторое время она расслабится, она снова придет, и снова жизнь будет идти таким же точно чередом. Ничего не меняется от правды. А лицемерием иногда можно кое-чего добиться, можно что-то пообещать и не сделать. Можно прикинуться, что ты понимаешь вот эти увлечения, которые не приносят ни денег, ни удовлетворения. Вот всю эту суету ее оправдываешь и понимаешь, что она хоть чем-то занята. Представляете, если вот женщина просто сидит и ничего не делает. Это страшное дело. Они же тоже приходят на прием к психотерапевту и рассказывают, горничная жужжит пылесосом, повариха готовит. Маникюр сделала, вчера были на мероприятии, значит, точно никуда не пойдем. Вот я сижу, и меня прям разрывает на куски от того, что я ничего не делаю. Так, делай что-нибудь, да, созидай что-нибудь, но об этом же не идет речи, потому что, ну что, я нарисую, просто намалюю, ну что, я сошью, как-то как портниха я не сошью, ну что, кукол этих делать, как все богатые сейчас начали этих тильды эти шить, ну нашили этих тильд, пораздали всем, опять ни толку, ни пользы. Продавать это на благотворительности, так я проще мне денег дать, чем то, что я сейчас начну шить эти кукол, потом я их буду продавать, унижаться. Потом я эти деньги возьму и все равно отдам детям. Точно как в анекдоте «Бизнес по-русски» – украсть ящик водки, продать деньги пропить. Можно же было всю эту суету исключить и просто там напиться, где воровали. Я к чему это рассказываю? То есть взрослый человек, бабушка, допустим, она понимает, что если я сейчас просто по своему начальнику, сыну, позвоню и начну претензии какие-то предъявлять, то сынок скажет: «Мама, у меня есть совещание», и бросит трубку или вообще не возьмет. А если я ему красиво все буду подавать, под красивым соусом, да, с благодарностью, то очень вероятно, что я получу что-то в очередной раз там, в виде или подарков, или поездки, или хотя бы увижу его. И мы учимся лицемерить, потому что жизнь нас заставляет. Если мы были бы абсолютно правильные, вот представьте, вот многие женщины говорят: «Люби меня такой, какая я есть». Девочки, такими, какими мы есть, нас любить нельзя. То есть у нас должна быть вымыта голова, должна быть сделана эпиляция, выщипаны брови. Мы должны набить голову какой-то разноплановой информацией, получить какое-то образование, работать хоть где-то, чтобы иметь копеечку и ценить ту, которую приносит мужчина домой. То есть очень много нужно сделать такого, чтобы ты стала такая, как есть. Если с небритыми ногами, с ненакрашенной, с немытой головой, никто любить нас не будет. Такая, как есть, как я себе сделала. У меня есть привычка быть красивой. Да? Я на автомате уже надеваю там не спортивный костюм, там, а брючки и свитерочек, брючки и маечку. То есть я на автомате уже подкрасила глазки, проснулась, свисток намалевала. Для того, чтобы... Это тоже своего рода лицемерие. Ну вот будешь ходить ты все время как чуня. Это же неправильно, это нехорошо. Хорошо, это неприлично, это правило плохого тона, все время ходить с хвостом и в трико с обвисшими коленями. Точно так же и женщины говорят: вот я посмотрела на него со стороны, он стоит у окна, и вот
трикуляетесь, жопка висит, коленочки висят, и думаешь, Господи, боже, неужели я с этим мужчиной буду жить всю жизнь? Ну, именно поэтому у нас же есть старые джинсы, но у нас есть одежда, которую можно носить и на людях, и дома. Все люди должны стараться нравиться друг другу, то есть, и это нормально, с чищенными зубами, с побритый, помытый, это нормально. И утром бросать курить для того, чтобы завтра начался с утра безудержный секс, и у тебя просто не пахнет изо рта, не надо, и куришь ты, не куришь, иди почисти зубы и приходи нормально в постель, хочешь почистить их за час до того, как вы проснетесь. Ну, это элементарная забота друг о друге, ну, помыться. Как бы мы ни любили естественные запахи друг друга, как бы мы ни нюхали от любимого человека, там запахи из-под одеяла, но это до поры до времени. Элементарное уважение друг к другу, заботиться и, может быть, чуть-чуть лицемерить. Почему многие мужчины говорят, что я не хочу женщине говорить всю правду, потому что она с этой правдой не знает, что делать. Почему я должен перед ней отчитываться во всем? Почему я должен ей все время говорить, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это? Мне проще подговорить, допустим, ее маму или свою маму, чтобы она донесла до нее эту информацию, чем самому выдавать это все, потому что по интонациям, по моему взгляду, она реально понимает, что я чем-то недоволен. А быть довольным при таком положение дел тоже невозможно. Вот если мы говорим о том, что иногда ситуация нас ставит в тупик, да, она выдавливает так все, что все окружающие, которые вчера тебе говорили, какой ты клевый, какой ты замечательный, люди, которые были рядом с тобой, когда у тебя был успех, вдруг тот момент, когда тебя накрывает тазом или когда ты падаешь, да, любой лев может упасть, каждая шавка подходит и тебе пытается укусить за бок, каждая из них пытается рассказать тебе, что она про тебя думает, и у них есть легкая надежда от того, что ты не поднимешься. Но лицемеры, вот когда они вокруг человека, много их, особенно это вот касается медийных людей, часто выступающих на сцене, зависящих от мнения других людей, они мониторят, что про них пишут в интернете, они красиво и правильно занимают позы для того, чтобы сфотографироваться. Они тоже своего рода лицемерят перед нами, показывая самые лучшие моменты своей жизни, как бы розовый фасад, а труху изнутри не показывают. Но и при этом они очень сильно зависимы. И попробуй такому человеку скажи, что он, ну, что у тебя не крашеные корни у волос, что надоело ты со своими обкусанными ногтями, да, на Первом канале, там еще что-нибудь. И человек не может творить, он не может созидать. Если посмотреть на руки портных и шляпниц, я не видела ни одной с нарощенными ногтями, только потому, что они не лицемерят, потому что они говорят, мы ничего не сможем сделать, мы ни наперсток, ни иголку в руке не удержим. Мы обязательно поговорим о лицемерии в следующей части нашей программы, а сейчас слушаем замечательную музыку на канале Юмор Бокс. Приветствую вас, дорогие друзья! Это программа «Позитивная психология» с Натальей Толстой на Юмор Бокс. Я рада всех, кто к нам присоединился, и сегодня мы говорим о лицемерии. Естественно, я нашла у Крылова очередную басню, которая как нельзя лучше показывает, иллюстрирует нашу сегодняшнюю тему. Называется она «Волк на псарне». Волк, ночью думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор. Почуя серого так близко забияку, псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат: «Ах ты, ребята, вор!» И вмиг ворота на запор. Минуту псарня стала адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем. «Огня!» кричат, «огня!» Пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая и ощетине шерсть. Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть, но, видя то, что тут не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчесться за овест, пустился мой хитрец в переговоры и начал так. «Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад. А я не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими грызться рад. И волчьи клятвы утверждаю, что я...» «Послушай-ка, сосед!» – тут ловче прервал ответ. «Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью вашу я давно натуру знаю. А потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявший шкуру с них долой». И тут же выпустил на волка гончих стаю.
чему я? Выпускать на лицемер гончих стаю далеко не всегда у нас получается. И идя на переговоры, редко, когда мы берем с собой гранату. Так получается, что лицемерие в любом случае помогает нам заключать договора, приспосабливаться к тещам и свекровям. Лицемерие помогает мириться, как ни странно, и это один из специй к человеческой жизни, такие же точно, как ревность и злость созидающая. А зависть созидающая. Точно так же лицемерие, совсем исключить его и быть абсолютно правильными, все абсолютно правдивыми. Вот сегодня все злые, сегодня все, там, все водолеи сегодня злые, все весы сегодня добрые. Такого не будет никогда. И, наверное, это хорошее правило человеческого поведения, правило коммуникации, когда мы, приспосабливаясь к ситуации, иногда делаем шаг назад в своей гордости, в своем напоре. Ну, давайте хотя бы посмотрим, ради чего люди пытаются лицемерить. Ведь есть те, кто, правда, из себя ничего не представляют и используют эту фишечку для того, чтобы раздуться, для того, чтобы раскраситься. Как мыльный пузырь этот человек переливается радужными красками, при этом стоит только коснуться чего-то элементарного, важного, того, что он должен сделать сам, и человек раз и сдувается или лопается, как мыльный пузырь. Для чего люди лицемерят? Иногда для того, чтобы добиться своей цели. Подлизываются, дети подлизываются, мужчины подлизываются к женщинам, женщины подлизываются к мужчинам, что чаще всего бывает. И если мы сейчас говорим о лицемерии в плане мужчин и женщин, то, наверное, я сейчас разочарую прекрасную половину человечества. Мы чаще всего врем мужчинам. Мы чаще всего бываем ненатуральными, ненастоящими, сделанными. Это мы говорим, что у меня все свое, а потом выясняется, что тюнинг везде, и татуаж губ есть, и гиалуроночка у нас стоит в носогубных, и зубки у нас сделанные, и укольчик уколотый во всех местах, и омолаживаемся мы все время, и это прекрасно. Но не надо просто забывать о том, что куча специалистов помогает женщинам нам выглядеть так, как они выглядят сейчас, да, и самый сложный макияж – это макияж нюк, да, 15 видов выводят там консилерами щеку, выводят бровь, выводят лоб, и иногда из Барби на пенсии можно сделать очень даже ничего из себя женщину, представляющую себя даже говорящую о том, что она, ну, она еще и поспорит с молодыми за по пальмам первенства в каких-нибудь в телевизионных программах или в виде эксперта где-то. Или просто она до такой степени много занимается собой, что выглядит естественно, там много часов титанического адского труда разных специалистов, от косметологов до телевизионных гримеров, ну, к примеру. Ай, кто у нас чаще всего лицемерит? Лицемерит женщины. Женщины это делают для того, чтобы внедриться в жизнь мужчины и как можно больше там распространиться, помочь ему поделиться с собой всем бесценным, что у него есть. Временем, сперматозоидом, энергетикой, знаниями, домом, да всем, что у него есть, собственно говоря, мы при помощи лицемерия и получаем. Просто сказать «отдай мне все», нехорошо это как-то, и не отдаст он. Но понимать надо, что есть моменты, где мужчина правда, если он говорит вам сейчас хорошие, важные, правильные слова, это не значит, что он так думает. И он от этого ни хороший, ни плохой. Просто надо знать, что это и есть, и так и есть. Вот говорят, вот все, что в нашей жизни произошло, все сделано ради женщин. Шиш с маслом. Есть мужчины-карьеристы, которые делают много для себя, и женщина ему нужна как один из вариантов того, что у него все получилось в жизни. Есть те, которые первым делом самолеты, а женщины потом. И он сначала будет делать свое дело, и потом маленький кусочек тебе. И если ты хитростью не выпросишь к себе внимание... Сейчас. И если ты хитростью не выпросишь к себе внимание, то, собственно говоря, получается, что и... Если ты хитростью не выпросишь себе внимание, то очень возможно, что мужчина и не обратит свой разум, не обратит свой взор на то, что ты хочешь замуж и детей от него. Получается, что лицемерие своего рода манипуляция наша для достижения каких-то целей. Мы достигнем целей при помощи правил хорошего тона, верной одежды,
правильного позиционирования наших мыслей, потому что мы знаем, куда идем, мы готовимся, и мы, собственно говоря, по тому уставу в том монастыре и действуем. Это тоже своего рода лицемерие. Ну, нужен доктор должен надеть халат и зайти в отделение. Он может прийти разодетый в Дольче и Габбану, у него могут быть перстни по 8 каратов, он может быть замужем за банкиром или за банкиршей, но при этом, при всем, он все это снимает в сейфе, снимает обувь, одевает удобную, надевает халат и идет. Не потому, что он лицемер, а потому, что это правило этого места. И в этом месте по-другому нельзя. И если нужно наступить на свои принципы и убрать это кольцо в виде сливы, которое единственное, что создает твой образ и тебе цену, да, в твоем понимании, то его надо снять и положить в сейф и идти, как все. Вот многие женщины говорят, вот я его стимулирую, я его двигаю, я все, что мужчина мой из себя представляет, это все сделала я. Неправда. Это неправда. Вот на секундочку представьте себе мужчин на футбольном поле. Вот они гоняют мяч, и в эту секунду о доме не думают. Вот представьте, вот сейчас будет пенальти забиваться. Вот сидит огромное количество мужчин на трибунах, и женщин, возможно. То есть, и вот сейчас вот занесется нога, человек ударит и забьет гол. В эту секунду раз остановка, и сказать: подумайте сейчас о своих семьях, подумайте о своих женах, подумайте, какие оценки у ваших детей. Что сделают люди? Покрутят у виска, потому что сейчас нет ни 1% мозга думать о своей женщине, о детях и их оценках, потому что сейчас все думают о футбольном матче. Не обманывайте себя, что вы главнее всего, что есть на этой земле. Не обманывайтесь, что вы для этого человека главнее. И если он один раз пообещал, не сделал, второй раз пообещал, не сделал, если он не чувствует себя уютно в этом костюме, в который вы его нарядили, вот вы говорите: ты просто иди, улыбайся под софитами, улыбайся, смотри, где фотографы, чтобы морда была не перекореженная. Просто иди со мной рядом, я все остальное сделаю сама. А вы понимаете, что человеку кусается это рубашка, кусается этот галстук, и он себя очень неуютно чувствует, вы понимаете, что вы сейчас лицемерите перед самим собой, перед самой собой и перед ним тоже. Ну вот представьте себе свинью, которая лежит в луже, и ей там хорошо. Ей прекрасно там. И вдруг вы приходите и говорите: значит так, свинья, мы встаем, сейчас я тебя шампунью помою, надену на тебя белый халат махровый и посажу тебя на шезлонг смотреть закат. И вот первое, что сделает свинья, когда ты отвернешься, она по мобильному телефону позвонит другой свинье и скажет: ты представляешь, как она издевается надо мной? У меня чешется моя шкурка, я сижу в каком-то халате, она прям заставляет меня смотреть этот закат, он мне не интересен. Что сделает эта свинья, когда у нее будет возможность? При первой возможности она вернется назад в лужу. И получается, что нам делать с лицемерами? Что нам делать с людьми, которые хотят жить по своей собственной, как им видится правильно, но они ради нас идут на какие-то огромные жертвы и сами себя чувствуют от этого важными, что они идут навстречу нам и такие, как мы хотим. Если есть возможность сделать шаг назад, прямо отдаляться. Если вы думаете, что вы можете перевоспитать сплетника, лицемера, человека, который тебе в глаза говорит одно, а за глаза говорит абсолютно противоположное, зал суда – прекрасное место, где можно с ним повыяснять отношения. Если вы думаете, что вы можете сесть и сказать: ну давай-ка вот сейчас с тобой разберемся, что ты имеешь в виду, что я имею в виду, чаще всего все это закончится или конфликтом, он вас завиноватит, или вы поймете, что хоть ссы в глаза говорят, невозможно с человеком никак разговаривать, он не в менько. А что делать с лицемерами? Можно щелкнуть по носу, зная о том, что вы можете сделать шаг назад и больше никогда с ним не видеться. Можно, уходя, красиво хлопнуть дверью. Но если вы до сих пор этого человека терпели, значит, он нужен вам зачем-то. А попробуйте с ним общаться такой же точно манерой, с заискивающей улыбкой, как с душевно больным, медленно произнося слова, ставя правильно ударение, просто четко доносить до мысли, что вам нужно, и спрашивать только то, что вам нужно. И вы вдруг увидите, что постепенно-постепенно вы становитесь неинтересным этому человеку. Очень вероятно, что малой кровью вы отделались от чего-то большого. Все равно, в итоге, это все равно закончится каким-то фундаментальным скандалом. И если он потеряет к вам интерес, это самый лучший исход ситуации с лицемером. Что касается других тактик, я их не знаю. Заставить ребенка говорить правду — вам самим это не понравится. Заставить начальника открыть рот и сказать вам всю правду — вам это не понравится.
Любую сферу возьмите, и нам лицемерие нужно для того, чтобы мы стояли в каких-то рамках, которые требуют именно этот формат. Формат этой программы, формат этого лечебного заведения, формат этого завода, формат этой страны. И ну, мы можем думать, что где-то трава зеленее, но чаще всего мы находимся здесь сейчас дома. И иногда лицемерие нужно нам, чтобы сосуществовать с этими людьми, чтобы с нас не спускали шкуру, для того, чтобы... Вот если мы оттолкнемся от этой басни и поймем, что волчью натуру знают все, и что нужно просто распрощаться, знают все. Ну а что, если это теща или мама твоя? А что делать, если у тебя начинает врать ребенок? А что делать, если ты откровенно видишь, что лицемерит твой собственный супруг или любимый человек? Это же совсем другая ситуация, и именно она и является индивидуальной. Нет таких общих шаблонов, чтобы я сейчас сказала, вот сделайте вот так, и будет вам счастье, но... Осторожничать надо, правильно подбирать слова надо, иногда доносить нужную, чтобы она передавалась дальше информацию, в правильном для вас ракурсе, ни влево, ни вправо расстрел. Просьба одеваться каким-то образом в соответствующем моменту, да, то есть если вы ведете человека знакомиться со своими родителями, и ваши родители не готовы к тому, что он придет в рваных джинсах с дредами, немытый, ну, причесать парня, приодеть, попросить его полицемерить хотя бы в самом начале, если вам очень сильно надо за него замуж. Но если не надо, если он не хочет лицемерить и идет в рваных штанах и дредах, пусть он отходит от вашего папы, мамы, пусть он столкнется с тем полным непониманием. Или его просто спокойно запустят домой в этом виде и примут, как так и есть. И тогда ему не придется лицемерить дальше. И тогда не будет снежного кома. И тогда не будет накапливаться ваши претензии и ваши обиды. Или он зайдет и впишется, или он зайдет и получит... Негатив не от вас, а от тех, от кого вы хотели его навязчиво защитить, да? То есть лицемерие нужно в нашей жизни как специя. Оно помогает нам... Иногда лицемерие помогает нам плавно и красиво выйти из трудных ситуаций, которые сейчас закончились бы конфликтом. Я думаю, что у каждого из вас найдется несколько историй. Когда вам лицемерие помогло, я была бы рада, если бы вы мне их написали, потому что хочется написать книгу, очень полезную для людей. И так как так много было об этом, на эту тему писем, я непременно об этом буду думать, и мне ваши иллюстрации просто здорово помогут. Друзья, смотрите нашу программу «Позитивная психология» с Натальей Толстой каждые выходные в 12:00 на телеканале «Юморбокс». А те, кто не успевает проснуться после пятницы, смотрите повтор на официальной странице телеканала и в социальных сетях. Пишите мне на нашу почту, жду ваши вопросы, комментарии, подарю вам книги за лучшие вопросы. Всем любви и добра. С вами Юмор Бокс. Пока.